Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Такер Скиф, и у нас ведьмачок сегодня первый, и, в общем, дикую охоту, надо прогнать дикую охоту по заданию отшельника старого. И тут надо, я так понял, мне корень мандрагоры где-то собрать, но я видел, он у него продается, поэтому я особо заморачиваться не буду. Сейчас прямо у него куплю. Так, это мне круг друида, надо там сжечь этот корень. Окей. Так, костер, дверь. Может, у него, кстати, в доме есть? Заперто. Ничего себе. Курганы, курганы, курганы. А ну, отшельник, покажи свои товары. Чем могу помочь? Так, корень мандрагоры. Тюльпаны. Вербена. Где-то я видел у него. Подожди. Блин, может так случиться, что сейчас не будет. Типа после перезагрузки. Ромашки. Но это явно не оно. Бутыль с водкой. Напиток. Восстанавливает энергию. Может также продать или кому-нибудь подарить. Да, конечно. Научный труд, посвященный гениям стихии. Так, свитки содержат формулу эликсира из выделенного мифического Книга описывает растения, которые друиды используют в своих ритуалах. А если бы знать, какие? В книге описываются вещества. Та книга посвящена флоре пустыни, пустоши. Приводится описание растений и способы получения алхимии ингредиентов. Бестиарий описывает подводную расу водяных. В книге анализируется народное поверье о вампирах. Книга посвящается насекомоподобным чудовищам. Содержит формулу бомбы. Отрывки из секрета ведьмаков. В записях содержит формулу эликсира, получаемого из шерсти оборотня. Вы уже читали. Ну, короче, мне или... Или вот это, которое друиды используют в своих ритуалах. Наверное, вот эту надо купить. Цена 600. Ну, а что поделаешь? Купить. Надо же где-то взять мандрагору. Так, в этой книге описываются различные растения, которые друиды используют в своих ритуалах. Лепестки червенника, корень зерники, волчий алмаз, верба мела и геноцид. Также геноцид. Также приводятся способы получения алхимических ингредиентов из этих растений. Ну, спасибо. Немножко не то, что я хотел. Волчья алоэ. А ну иди сюда еще раз. Ой. Чуть не прибил малыша. Флоре пустыни. Давай еще эту почитаем. Все, но это все полезно. Так, в книге описаны волчья алоэ, переступень, вербена, жилмиси, геноция. Также, блин, а где же корень? Понятно. Чем могу помочь? Корня у него не появилось. Сливая настойка. Так. Угу. Пока что это все не очень хорошо выглядит. Деньги потрачены. А результата нету. Так, мне надо вот сюда, да? Круг друидов. Курганы. Она на курганы прям отдельный вход, проход, заход. Что это такое? А, место силы.
Провести ритуал магии. Ритуал магии проведен. Это все пшеница. Ну или для пшеницы высоковато, что там более мелкое. Так, мне туда. Опять эти полуденные невесты. Свеча друидов. Пойди сюда. Так, только мне нужен другой меч. На тебя. Еще раз. Хыдыщ. Красавчик. Давай, приходи в себя. Ну, я так понимаю, у меня нету, да? Того, что сюда надо. Конечно, нету. А, вот, подожди. Корень мандрагоры. Все есть. Ну, я зажег. Какой-то процесс пошел. Чудо, я не въехал. Все, можно идти сражаться с ними. Так, друид, я все сделал. Готов идти к холмам. Если это, конечно, то, чего ты от меня хотел. Говорю, друид-отшельник. Ну, это, я думаю, он друид. Ну, что тут, нельзя пройти? Так, как мне... А, вот это курганы. Тю, что-то я не въехал. Ух ты, на дикую охоту. Корни мандрагоры помогут. Так, и что? Чем могу помочь? Как тут напомним, что я должен сделать? Что я должен сделать? Ты должен убить 9 призраков внутри кольца друидов. Они появляются только ночью. Король Хоты самый опасный из всех. Как мне с ним справиться? Найди корень мандрагоры около курганов возле моей хижины. Он поможет сдержать короля охоты. Просто зажги свечу, которая стоит внутри круга, и окропи пламя мандрагорой. Надеюсь, это поможет. Так, окропи пламя. Окропи пламя. Так, короче, корень я взял. Надо ночью прийти, все, я понял. Сейчас сколько? 17:30. До 23 это 3-3-6 часов. Начать медитацию. Meditation. Meditation, detation. Так, go. Поднимайся. Будем искать ваших призраков только ночью. Единственное, что я без ласточки теперь получился. А вон призраки. Или с ласточкой.
Так, ну да, наверное, бухлишка ласточки нету. Чего же я так дерзко прибежал сюда? Круг шагающего огня. Не надо меня вот это избивать. Да ну стой. Еще и виверна прибежала за мной. Что вы делаете со мной? А как это вообще? Как это? Ну, убили вы меня, ну и что? Какие странные ребята. Я бы даже сказал, слишком странное. Я даже глазом моргнуть не успел. Кто ж так поступает? Проклятые полуденицы. И не говори. Не просто проклятые, а проклятущие. Так что мы тут можем сварить? Ничего, потому что нету бухлишки. А если мы сейчас у него что-то купим? Из бухлишки. Чем могу помочь? Мне нужен алкоголь. Какой-то из. Яблочный сок, малиновый сок, бутылка с водкой. Как-то так. Хоть какое-то зелье смогу сварить. О, ласточка, годится. Смещать. Так, мы спим, сколько нам надо? 16:30, 7 часов. Ну, не спим, а медитируем. Что, в принципе, одно и то же. По нынешним меркам. Так, сейчас мы сохранимся. Это опять мне наваляют очень быстро. И непринужденно. Буль-бульк. Ритуал магии проведен. Ласточка выпита. Все, я готов к сражению. Только я не сильно понял, почему эта штука раньше меня атакует, чем я зажигаю. Типа снес ему что-то. Так, мяско. Свеча друидов. Ну, ребята в любом случае меня атакуют раньше. И все, да? И на этом наша с вами развлекуха закончилась.
Я вас даже ударить не могу, не то что убивать. Такой себе прикол. Так, ласточка, работай давай. Нам еще рано помирать. Я уже не хочу. Да никто не хочет. Я вот этих приколов с тем, что я не попадаю, как-то совсем не понимаю. Все, я убегаю от вас. До скорых встреч, ребятушки. Чего ты так долго восстанавливаешь мне жизни? А ну, может, что-то съесть? Типа вот этого. Буль-бульк. Давай, восстанавливай мне здоровье вместе с ласточкой. Убегаем. Посерели, значит, убегаем. Чего ты, ласточка, так слабо восстанавливаешь меня? Что происходит? Надо бы хоть одному навалять. Не успел. Не успел навалять хоть одному. А он говорит, что мне надо 9 таких уничтожить. Походу, я еще слабенький. Опять я абсолютно слабенький. Что же происходит? Как мне с этим жить? Испытывать постоянное чувство слабости. Полуденница, полуночница. Это был несчастный случай. Я не хотела убивать тебя, но мой гнев оказался сильнее. Я только хотела, чтобы меня любили. Она презирала его, играла его чувствами. Я бы так никогда не поступила. Да, конечно. Всегда ее боялась. О, горе мне! А что плохого в том, что я хотела разделить жизнь со своим любимым? Он наверняка полюбил бы меня. Что в этом такого? Да ничего уже. Кто со мной драться решил? Я с тобой не собирался разговаривать. Не. Чё ты того пошел резать? Этого режь. Ну, проснись. О, началось. Дайте я уйду отсюда. Нет, а я это без вариантов с ними драться. Будем, короче, искать зеркала. Это пока что перебор.
так понимаю, зеркало днем надо искать. Попозже вернемся к тебе, чайник. Мне реально надо левелап сделать. Так, зеркало Алины. Круг друидов. Бежим к зеркалу. Хотя ласточку-то все равно надо сделать. С зеркалом или без. Чтоб знать, какую именно водку я использовал. Стой. Так, мандагорская настойка. Я думаю, что бутыль с водкой. Но это не точно. Не, бутыль с водкой не годится. Мы сейчас все перепробуем. Если бы он это еще быстрее делал. Немножко. Чем могу помочь? Давай мне сливовку. Так, сливовая настойка. О! Ласточка, совсем другое дело. Будем теперь знать, чего нам не хватало. Так. Бухлишка любимая. И прорываемся к зеркалам. Главное сторону не перепутать. Так, Виверна, пока не до тебя. Главное, чтобы то, что я по ним не попадаю, не было, ну, то есть, было связано с моим низким уровнем, а не чем-то другим. А то я сейчас уровень качну, все равно ни по ком попадать не буду. Будет совсем неприятно. Как тут вообще наверх можно пробраться? Что, и тут зашито все. Не понял. А, зеркало Лины прям тут можно найти. Не я тебе. Чего она никак не это? Голову ты ей не снесешь, дружище. Не тебе. Хлыщ. Хорош. И Алин пришел. Так, зеркало Алина, окей. Теперь идем. Как-то надо туда пробраться. Подняться наверх. А это там кто такие? А, это те, кто мне уже наваляли разок. С ними неохота связываться. Ребятушки, нам не по пути. Вы, конечно, не обижайтесь.
А нам с вами вот не по пути от слова совсем. Блин, этот черт пришел сзади меня. Зачем ты сюда пришел? Вот спрашивается. Блин, надо убегать. Куда войти в режим кого? Да вы задолбали, ребята, вот нафига вы сюда пришли? Тупо не дают мне работать. Сейчас из-за них пропадет мое зеркало. Я, честно говоря, не успел прочитать, что он там написал. Войдите в режим медитации или что? Так, вот зеркало. А, я качнул уровень. Так, хорошо, что нам надо? Нам надо стальной серебряный меч. Вот сюда, наверное. Критический удар, третий, точность удара. А, точный удар плюс 15%. Повреждение плюс 30%. Нокдаун плюс 40%. Тут мне еще рано, да? Давай плюс 15% точности удара попробуем. Повреждение плюс 30. Окей. Так, сила нет. Ловкость уже не могу тут. Выносливость. Все занято. Интеллект. Пока не могу. Так, стальной меч. Быстрый серебряный, а ну. Боль 15%. А это что? Повреждение 25%. Ну, как-то так. Немножко качнулся. Немножко сделал то, что хотел. Тем, давай мне денежку. Сливовую настойку. Местную перцовку тоже возьму. Так, хорошо. Где дальше? Зеркало Алины. Так, ладно. Зеркало уже в следующий раз продолжим. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.